Кроме даты и точного времени, жителям и гостям курорта сообщают достоверную информацию о температуре воздуха и воды, направлении ветра и степени волнения моря в баллах. Все показатели постоянно обновляются. Данные передают и проверяют не только встроенные датчики, но и сотрудники спасательного поста. Все эти данные у нас, и температура воды, и направление ветра, воздуха, мы замеряем на спасательном посту. У нас медсестра есть, и вносим корректировки сюда с помощью компьютера. И по запросу ИМСА. Если шторм, то там будет уже написано «шторм» и указаны баллы. И купание запрещено. Удобная особенность пляжного новшества – информация легко читается даже в солнечный день. Курортники сразу заметили новое оснащение входа на пляж и не проходят мимо, не узнав данные о погоде и времени. Иные фотографируются с новой достопримечательностью. Вчера целый день искали посмотреть, сколько времени, а сегодня только увидели. Чтобы люди знали, какая температура, какую... Здесь все, температура воздуха, температура воды. Какая дата, чтобы не потерялись.